Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Российского Студенчества. Студенческие годы – это самый интересный и ответственный период в жизни. Скорость накопления медицинских знаний кратно увеличилась за последние несколько лет. Сейчас от хорошего врача любой специальности пациент ждет оперативного принятия решений, высочайшей точности диагностики и эффективного лечения. Студенчество – это самое начало пути становления будущего врача. И каждый из вас, кто вступил на этот путь, должен стремиться к новым знаниям и к новому опыту, не останавливаться перед трудностями, быть готовым постоянно совершенствоваться и углублять свои знания и навыки. Уверен, это поможет стать настоящим специалистом и в будущем помогать пациентам даже там, где еще сегодняшняя медицина только набирает обороты. Ваше студенчество совпало со сложными временами пандемии, когда вся система здравоохранения мобилизована на борьбу с опасным вирусом. Многие из вас в этот период уже помогали своим первым пациентам на амбулаторном этапе, а некоторые даже работали уже в красных зонах. Некоторым еще предстоит это, борьба с пандемией не закончилась. Поверьте, это бесценный опыт и реальная возможность сделать вклад в нашу общую победу над пандемией. От лица всего медицинского сообщества благодарю вас за вашу помощь и поддержку. Пусть сегодняшний праздник, называемый традиционно Татьяниным днем, будет веселым. Ну а всем Татьянам в этот день отдельно желаю счастья и, конечно же, поздравляю. Желаю вам успешной работы всем, эффективного обучения, крепкого здоровья. Будьте настойчивы в достижении своих целей, не бойтесь трудностей и всегда ищите возможность их преодолеть.